Привет, друзья, с вами Алекс, из Испании. Сегодня мы посмотрим вторую часть прогулки по парку развлечений Порт-Авентура в Салоу. Порт-Авентура – один из самых посещаемых парков развлечений и курортов Испании. Он находится на побережье Коста-Дорада, неподалеку от города Салоу, к юго-западу от Барселоны. В переводе с испанского языка означает «порт приключений». Рядом с парком развлечений расположен большой аквапарк Оста-Кариби, поля для игры в гольф, пляжные клубы, большое озеро и несколько современных отелей. Символом Порт-Авентура стал забавный персонаж мультфильма «Дятел Вуди Вудпекер». Если вы планируете посетить фантастический парк аттракционов Порт-Авентура на побережье Коста-Дорада, что недалеко от курорта Салоу, логичным вопросом станет, в каком отеле недалеко от парка можно разместиться. Приятным сюрпризом будет узнать, что вместе с одним из крупнейших в Европе парков развлечений Порт-Авентура здесь располагается несколько удивительных тематических отелей. Одним из основных преимуществ размещения в отелях Порт-Авентура является то, что вы получаете неограниченный бесплатный доступ в парк аттракционов. Вы сможете выбрать один из четырех отелей различной тематики, каждый из которых имеет несколько видов номеров. Вместе с незабываемым опытом от посещения парка вы получите приятные впечатления от пребывания в чарующей атмосфере тематических отелей.